Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусные домашние оладьи на сметане. А дополним это блюдо вот такими вот свежими ягодками клубники и земляники. И медом, конечно же, очень сладким, ароматным, свежим медком. Давайте готовить. В миску вбиваем 2 яйца. Добавляем щепотку соли и перемешиваем все венчиком. Добавляем 1 столовую ложку сахара и также все хорошенько перемешиваем. И вливаем 200 мл сметаны, где-то 1 стакан. Добавляем пол чайной ложки соды. И за счет того, что у нас здесь присутствует сметана, сода у нас погасится. И все сейчас перемешаем. И также можно добавить щепотку ванилина. Просеиваем муку. И сейчас будем замешивать тесто. Вот такое вот у нас получилось тесто. Добавили сюда еще 1 чайную ложку растительного масла. Сейчас пойдем выпекать наши оладьи. И выпекаем наши оладьи на среднем огне. Вот такие вот получаются пышные, румяные, воздушные такие оладьи. Вот такие вот оладушки у нас получились. Но всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего.